Ивану. Он говорит, или я не могу. И она тоже говорит, я не поеду, мы боимся, как что мы скажем. Я говорю, надо ехать. Я говорю, это вранье, просто вранье. Как я приеду и скажу, что, Игнат, что у тебя там... Мы просто потусовались, ничего не было, как бы. Но знаю, что у тебя девушка, говорю, я так не смогу. Нет, поехали, поехали вместе с ней, сейчас вы приедете, завтра все расскажете сами. И вот они приехали. Доброе утро, Игнат. Здравствуйте. Доброе утро. Я не заглядываю к вам в кровать. Все. Я просто хочу понять, это новый участник у нас? Да. Здравствуйте, а как зовут? Мария. Мария, это твоя девушка? Это моя девушка. Подожди, Мария какая? Москвичка коренная. Слушайте, ну я вам желаю успехов, здоровья. Давайте вставайте, завтракать. Подожди, он обманывал Машу, получается, а Маша не зря сомневалась. Маша, конечно, Маша до сих пор нет, короче, да. Маша до сих пор нет. А я так за Игната топила, когда он Маше говорил, давай пары себе объявим. Я такая, Маш, ну правда, что-то хороший парень, блядь. Смотрите, пока эта племянница не приехала, я на Игната смотрю и думаю, блин, реально хороший. Образ жизни хороший. Разговариваю, активный. Я думаю, красивый. Думаю, блин, может, реально к нему присмотреться? Откуда не возьмись, это племянница взялась. Не, ну Бог тебя, по крайней мере, отводит. И тебе сразу указывает, что это не твое, все. Ну, блин, ты не виноват. Что он дальше? Было бы, а потом бы это выяснилось. А что он дальше делать будет? Типа, он нам врал все это время. Он хочет здесь быть с ней. Он говорит, я ее ждал, мы планировали так, что сейчас следом она придет, мы типа начнем отношения строить. Смотри, если бы он не строил отношения с Машей, да, не пытался и не врал ей, то как бы еще окей, просто сидел бы, чего-то ждал, говорил, нет, это мне не нравится. Еще ладно. Ну, блин, окей, бывает, типа, они любят друг друга, да? Ну, не знаю, я вот в этом случае, наверное, все-таки за отношения и за пары буду. Ну, поэтому да, я бы хотела бы смотреть. То, что он, представляешь, а какой он хитрый. Он, может, ей тоже навешивает. Девочки, у них страсть просто. Я не смотрю на них. Они как будто год не виделись, их наконец-то свели. Наконец-то они не врут никому. И, знаете, вот это счастье у них такое было. Просто всю правду знают, и чтобы поцелуй. Они уже обнимаются, он их бесконечно ее трогает. Пора строить настоящую любовь. Настоящую любовь? Ну а когда? Целуешь? Саша, что там произошло? Ну! Да-да-да, второй! Пошел. А Влад тоже с нами? Нет, нельзя пока. Да куда? А Маша-то где? Маша вообще на берег уехала, где? Ее до сих пор нету. Этого хотя бы я вам вернула. Она сказала, типа, я на ужин поехала. То есть, не знаю, с кем там, с мальчиком, с девочкой.